Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами мы вместе находимся в магазине Fix Price на улице Церковная, город Пушкин. Первое, что хочу вам показать, сейчас во всех сетевых магазинах появились куличи, в том числе и в Ленте, и в Пятерочке. Магазин Fix Price приехал пирог пасхальный, кулич, масса его 300 грамм и стоит он 55 рублей. Производит этот кулич Владимирская область. В прошлом году в магазине Fix Price также были куличики даже меньшего размера. И еще в наличии у нас смесь для выпечки кулич пасхальный 350 грамм за 55 рублей. Новые стаканы от компании Пашабахче 275 миллилитров их емкость. Называется этот стакан Дольче. Много посуды, кстати, от компании Пашабахче в Ленте. И цены там тоже достаточно приемлемые. Примерно такие же, как в Fix Price. А вот эти стаканы от Пашабахче под серия Акватик 310 мл. У нас их практически не осталось. Вот один стаканчик, стоимость его 55 рублей. Из свежих новинок вот этот органайзер для специй с 4 ложками. Подробно показывала его в прошлом своем ролике. 299 рублей он стоит. Смотрели его подробно с вами. И качество, конечно, очень не очень. Он какой-то шаткий, и верхняя крышечка сложно открывается. Если вдруг кто приобрел, расскажите, нравится вам этот органайзер или нет. Новая форма для выпечки из углеродистой стали за 149 рублей. Три варианта форм у нас есть в наличии. Вот такие небольшие кексики еще. А в этой форме можно выпекать кексики в форме ракуши. Размер этой формы 27 на 19 сантиметров. Высота кексов, которые можно выпекать в этой форме, совсем небольшая. Тут около 3 сантиметров, наверное. В наличии у нас много еще вот таких форм для кулича 16 сантиметров от компании Скова. 199 рублей. Производит Ступинский район Московской области эти формы. Внутри окрас у этих форм разный. Вот, например, золотая форма для кулича. Много выложили вот таких минажниц 22 сантиметра за 99 рублей. Много выставили вот таких минажниц из стекла. 22 сантиметра у них диаметр, 99 рублей стоит. Новые алюминиевые ковшики от Демидовского завода, которые производят как раз вот эти вот формы для кулича. Этот ковшик уже идет с крышечкой. Высота этого ковшика 10 сантиметров, а диаметр 15 сантиметров. Все сделано очень простенько. Ручка идет не просто припаяна, а на гвоздиках. И пластиковая ручка из полипропилена. Хлебцы хрустящие, злаковый коктейль. Всего 29 калорий в этих хлебцах под брендом Dr. Corner. Это известный производитель. Адрес производства — Смоленская область. Изготовлены эти хлебцы из пшеницы, крупы рисовой и крупы гречневой. Здесь всего 90 грамм. В кружках тоже постоянно появляются новинки. Новые кружки 380 миллилитров, изготовлены из фарфора. Очень яркие. И внутри они белые, как и все кружечки. Действительно, достаточно аккуратно сделаны. Продукция под брендом Доброфлот можно встретить, например, в магазине Светофор. И сейчас в Fix Price появилась сельдь Тихоокеанская. 50 рублей стоимость этой баночки, 260 грамм в составе. Сельдь Тихоокеанская, соль поварено-пищевая, агар-агар, перец душистый, перец черный и лавровый лист. 199 рублей. Новые тапочки приехали в магазин Fix Price. Очень симпатичные дизайны. Вернее, тапочки такие продавались и раньше, но вот дизайнов с такими симпатичными котиками не было. Производят эти тапочки. Материал верха текстиль, материал подошвы ПВХ. Сделаны они достаточно аккуратно, ну и к тому же очень и очень симпатичные. Вот такая подошва у этих тапочек. Размер, кстати, вот здесь стерт. Даже выковырен размер, вернее. Догадайся сам, называется. Какой-то размер. И еще тапочки с вот такими кексами. Да, действительно, видимо, напортачили с размером. Размер прямо выковырен здесь. И целая коробка, вот сейчас я вскрыла, вот таких тапочек. Туфли
летние женские, 37, например, вот это размер. Они полностью 100% изготовлены из ПВХ. Видимо, фикс-прайс готовит нас к летнему сезону. Это 36-37, плавающий такой размер. Они есть еще в темно-сером цвете, даже черный скорее. И вот такие фиолетовые. В текстиле тоже сейчас очень много всего лежит. И костюмчики, которые я вам показывала в прошлый раз. Вот сейчас увидела вот такие футболочки. Это производство Узбекистан, 100% хлопок. И эта футболочка с вот такой фатиновой, да, фатин, по-моему, называется материал. Юбочка идет. А размеры, как всегда, стандартные. Максимальный 128. Это вот эта футболочка желтенькая. А это, например, размерчик 110. Вижу только два цвета этих футболок. А за 199 рублей лежат детские костюмчики. Кофта плюс шорты. Вот, например, 110 размер. Производство Кыргызстан. Симпатичная маечка идет за 199 рублей. И к ней прилагаются шортики с завязками. Еще нашла вот такие юбочки детские. Сверху небольшой декор. Цветочки на ленточках с лепесточками. И эти юбки есть в разных цветах. Производство также Кыргызстан. Размеры все такие же. Максимальный 128. Вот еще малиновая такая юбочка. Есть синенькая юбочка. Почему бы ее для садика, например, не приобрести? И еще розовая такая же юбка. В отделе сад тоже есть новинки. Приехала новая кашпо садовая, 25 сантиметров у него диаметр. Это кашпо, как и все остальные, идет на трех цепочках. Внутри полиэтилен, изготовлено из сушеных банановых листьев, сушеных водорослей, полиэтилен, полиэстер и сталь. То есть вот эти дуги у кашпо сделаны из сушеных банановых листьев. А все остальные кашпо у нас тоже есть в наличии, в том числе вот это за 149 рублей. И пластиковые кашпо тоже есть. Цена их сейчас в этом году 249 рублей. Дегтярное мыло для садово-огородных и комнатных растений. 3 в 1. Защита, лечение и профилактика. От колорадского жука, паутинного клеща, долгоносика и пилильщика. Путем опрыскивания применяю. Его необходимо перелить и смешать с водой. Набор приманок для рыбалки. Здесь в наборе 15 штук этих приманок разного размера и разного цвета. Вот здесь указаны как раз размерный ряд всех приманок, изготовлены из ПВХ в Китае. Новый бокс для хранения для хозяйственных нужд, у которого, кстати, не очень хорошо закрывается крышка. Неудобно совсем, никак эту крышку не закрыть. Этот бокс идет с ручкой. Производит его город Москва, изготовлен из полипропилена. Но действительно, с крышкой здесь какая-то беда. Ёршик для унитаза, длина его 42 сантиметра, стоит 99 рублей. В трех цветах у нас представлен. Изготовлен ёршик из полипропилена. Повторюсь, длина 42 сантиметра. И вот это основание белого цвета. Новое печенье с какао-бисквит с нежной кокосовой начинкой. 60 грамм здесь производит город Москва. Написано, что без ГМО и пальмового масла. И здесь работники этого магазина уже попробовали. Печенье очень вкусное. Для деток появились развивающие блокнотики. Здесь они идут на разные темы. Например, буква за буквой 6+. Нескучные орфограммы. И они сделаны в очень удобном таком формате. По длине они как 4, как А4, но узенькие. Наверное, в половину листочка или даже в треть. Внутри идут глянцевые листочки. Кстати, мне кажется, это не очень удобно. Не все ручки пишут на вот таких глянцевых листах. Здесь, например, нужно вставить или пропущенные буквы и плюс обвести эти буковки. А буква за буквой здесь просто прописи, соответственно, буквы, как они пишутся. Но, повторюсь, листочки глянцевые, на них совсем, мне кажется, неудобно писать. Еще есть английские мои первые буквы 5+, листочки точно такие же. Яркие картинки здесь, словарные слова, тоже прописи. Еще волшебные фигуры, это книжечка 4+. Новая интерактивная папка с заданиями. 8 развивающих заданий в подарок. Например, вот эта папочка 3+.
раскраска алфавит, набор карточек с прописями, игра логические задачки, игра что сначала, что потом, лабиринт считай, играй, конверт, цветок, вот так формы, играй какой цвет, какой форма предмет, игра какого цвета, мои первые задания, и сзади нарисовано, что входит в этот набор, производит эти папочки Ростовская область. Расчески для волос за 149 рублей в новых дизайнах приехали, изготовленные из полипропилена. И у этих расчесок достаточно плотные щетинки, толстые. Кто пользовался такой расческой, пишите. Готовит нас фикс-прайс к летнему сезону. И вот появились очки для плавания за 99 рублей. Причем очень много дизайнов этих очков здесь сейчас. Это детские очки. Смотрите, какие прикольные очки есть. Лягушата. Еще очки фламинго. Это крабики. Ну и в прошлый раз показывала вот эти игрушки водные пистолеты. Животный мир. Очень простенькие. Стоят 99 рублей. Длина их около 20 сантиметров. Здесь и рыбки, и акулы, и все что угодно. Новая настольная игра, развивающая пространственное логическое мышление. Рыцари 6+. Встань на защиту рыцарей синего ордена. Развивает логическое и пространственное мышление. Сзади написаны правила игры. В набор входит одна игровая платформа, 4 стены, карточки с заданиями и решениями, 4 рыцаря красного ордена и 4 рыцаря синего ордена. И спирулина в таблетках. Улучшает обмен веществ, тонус, память, укрепляет организм, поддерживает иммунитет. 50 грамм здесь, то есть 500 миллиграмм. Эта спирулина продается в упаковке в такой же, как всевозможные орешки. Производится Свердловская область, город Екатеринбург. Показывала в прошлый раз вот эту пилинг-маску для ног. Это такие носочки, аналогичные СОСУ, носочкам СОСУ. 149 рублей, производство Республика Корея. В антиперспирант DAF 50 мл за 99 рублей. Есть вариант для чувствительной кожи без отдушек и увлажняющим, и с увлажняющим кремом. Свежесть граната и лимонные вербены. А вот антиперспирант Рексона в такой же форме, 50 мл, стоит 77 рублей. Есть еще антиперспирант Nivea Men за 149 рублей. И Акс карандаш антиперспирант 50 мл, тоже 149 рублей. Новые симпатичные блокнотики. 80 листов ежедневники с красивым оформлением. Внутри эти блокнотики с указанием даты идут, разлинованные. Еще два таких вот варианта. Это ежедневник, а не блокнот. 4 карандашика плюс точилка 55 рублей. Карандашики идут утолщенные, специально для детской руки, прочный грифель 3 мм. Набор автоматических карандашей со сменным грифелем 4 штуки 55 рублей. Автоматические карандаши со сменным грифелем 2 штучки, тоже за 55 рублей. Двусторонняя клейкая лента 55 рублей, ширина ее 8 мм, длина 5 метров. Удобно держать в руке. Много сейчас листочков для записи за 77 рублей. Здесь 200 листочков. Набор шариковых ручек, пишущий черным цветом, 77 рублей, 10 штук. Набор ручек для комфортного письма, 3 штучки за 77 рублей. И вот эти наборы тоже новенькие, ценничек совсем свежий, 55 рублей за 8 штук. Набор фломастеров «Магия цвета», 16 штук, 99 рублей, 14 цветов и 2 белых фломастера. Набор входит 2 фломастера белого цвета, с помощью которых можно менять цвет всех остальных фломастеров. Набор цветных карандашей 24 штуки, все время приезжают в новых дизайнах. Вот такой с русалкой, например, 99 рублей они стоят. А рядом наборчики утолщенных карандашей 10 штук за 99 рублей. А вот это новая цветная бумага, 48 листов, 24 цвета за 50 рублей. Бумага глянцевая. Производит эту цветную бумагу Москва. Коды за замок за 77 рублей приехал. Стандартный код для закрытия, для открытия замка 000. Для открытия замка необходимо набрать код и нажать кнопочку на корпусе. Сталь, полипропилен и АБС. Есть и голубые замочки, и даже вот там сзади вижу розовый. И еще появились наборы тряпочек для автомобиля. 30 на 40, 2 штучки не оставляют разводов и
ворса. Очень симпатичный, кстати, дизайн этих тряпочек. Еще вот с листочками. И, уважаемые велосипедисты, в Фикспрайсе сейчас есть чехол на сиденье велосипеда. Он продавался и в прошлом году за 149 рублей. А есть чехлы покрепче, посолиднее, за 199 рублей. Мне кажется, в прошлом году они стоили 99 рублей. Кто помнит, нам напишите. И много всяких других товаров для велосипедистов, в том числе и звоночки велосипедные. А вот велосипедный передний фонарь за 99 рублей. Набор фонариков Ниппель 55 рублей. Велосипедный аккумулятор фонарь с кабелем USB за 149 рублей. Кстати, это новинка. И они здесь идут разного цвета. 4 режима свечения. Максимальное время работы до 3 часов с USB кабелем 25 сантиметров. Есть и перчатки велосипедные за 149 рублей уже. Для детских велосипедов тоже есть гудочки в продаже с разными картинками внутри. Сейчас покажу вам звук этого гудка. А также простенькие тросы 58 сантиметров с замком и ключом. 77 рублей. Вот на него цена, по-моему, с года в год не меняется. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. До свидания и до новых встреч.